Роман «Евгений Онегин» неоднократно становился предметом исследований литературоведов и культурологов. На его сюжеты сняты фильмы и поставлены балеты, а великий Чайковский написал оперу, без которой не обходится ни один музыкальный театр. Главную партию в спектакле, который состоится уже 22 октября в Театре оперы и балета, исполнят заслуженная артистка России Татьяна Печникова, заслуженный артист Республики Коми Михаил Журков и другие замечательные артисты. За дирижерским пультом будет заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств Чувашии Ольга Нестерова. Неповторимые оперные голоса вместе с живым оркестром – это стоит увидеть и услышать. В этом спектакле у нас участвует в партии Татьяна замечательная звезда, оперная звезда Татьяна Печникова. В общем, это мировая звезда. И я бы хотел всех пригласить, потому что это действительно тоже уникальная возможность ее услышать. И она, мы заключили с Татьяной договор о том, о сотрудничестве, о том, что она будет работать у нас в театре. То есть это как бы начало нашего сотрудничества с этой великолепной певицей. Поэтому я всех приглашаю. Это очень интересный образ, который она делает. Мне кажется, такого еще у нас зритель не видел. Такого страстного, интересного образа Татьяны. Немаловажно, что билеты на спектакль «Евгений Онегин» доступны к приобретению по всероссийской программе «Пушкинская карта», направленной на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи путем их приобщения к шедеврам мирового искусства. А это еще один прекрасный повод побывать на опере «Евгений Онегин». Мне очень интересно работать с составом солистов, которые поют этот спектакль, потому что ребята все очень интересные, профессиональные. Мне очень интересно работать в этом спектакле. Это одна из моих самых любимых ролей. Роль, которую я делала в театре, Московском театре «Новая опера» с Евгением Владимировичем Колобовым, потрясающим, гениальным дирижером. И думаю, что вот ту музыкальную составляющую, которая есть в этом спектакле, я хотела бы немножко внести и привнести на сцену замечательного театра, Чувашского государственного театра оперы и балета. И поскольку это моя одна из самых любимых ролей, конечно, я рада, что именно с этой роли начинается мое сотрудничество, сотворчество с этим театром и с солистами этого театра. Спектакль состоится 22 октября в 18:30 в Театре оперы и балета. Елена Фирсова, Петр Куприянов, новости Новочебоксарска.